Всем привет! Сегодня будет рассказ, у нас новое поступление машинок детских электрических. В данном случае у нас машинка Dodge полицейская. Немножко расскажем про данную технику. Что хотелось бы отметить, да, с каждым годом качество китайских товаров все улучшается. И вот если сравнивать с 10-летним периодом, то сейчас качество данных автомобилей, мы их возим достаточно давно, гораздо лучше уже, они как сделаны гораздо интереснее, так и материалы, используемые для производства, гораздо лучше. Тут, что интересно стало в этой модели, для меня вообще было удивительно, что здесь вот такая вот дверь, она открывается, как и вторая. То есть, очень интересно будет ребенку. Давайте плавно перейдем к органам управления. Здесь у нас, если по органам управления, панель приборов, есть кнопочка включения, есть а-ля тахометр, а-ля спидометр. При подсветке, кстати, все это светится. Сейчас вот включим свет. Вот, даже панель приборов немножко подсвечивается. Ну вот, справа налево начнем тогда. Здесь вот свет включения фары у нас включаются, то есть можно посмотреть заднее. Такая вот красивая оптика. Спереди вот так вот у нас выглядит машинка. Машинка очень дерзко выглядит. Ну, дальше к органам управления, если это у нас вперед, это у нас назад переключение. Медленная скорость, быстрая скорость.
включения, кнопка включения-выключения. Сейчас он поприветствует нас. Дальше что здесь есть? Вот тут ряд кнопочек. То есть выбор мелодий. Много всяких разнообразных мелодий. Это включение сирены. Есть музыка современная. Кстати говоря, здесь есть выбор, не выбор, а USB разъем. То есть можно вставить флешку и включать музыку, которую вы накачали на данную флешку. А самое, что поразительное, что было для нас, это вот, ну, грубо говоря, матюкальник, да? Привет, Мотомир, привет. Вот так вот это работает. Очень необычно. Еще забыли сказать про руль. Здесь есть сигнал. Вот. Ну, все, в принципе. Здесь подушка безопасности, конечно, я шучу. Так, если перейти к технике, то здесь, ну, колеса стандартные, пластиковые, без какой-либо резины. Сделано красиво тоже очень. Диаметр, ну, примерно 12-дюймового, как велосипедного колеса. Можно померить 23,5 сантиметра диаметр колес. Давайте, раз уж про колеса начали говорить, длину замеряем. Длина 112-113 сантиметров получается. Высота, если по седлу, по спинке сиденья, то у нас где-то порядка 56-57 сантиметров. Кстати, не сказал про сиденье. Сиденье сделано тоже а-ля прошитое сиденье, то есть сделано красиво. И материал достаточно качественный, ну, для этой цены, естественно. Также есть ремень безопасности, что немаловажно для ребенка. А, ширину не сказал. Ширина составляет от зеркала, если до зеркала, ну, максимальные габариты, получается 68 сантиметров. Ну, клиренс, если можно так сказать, 10 сантиметров. Так, по технике. Здесь у нас стоит два электромотора на задней оси. Вот можно конструктив под сиденьем. Одним саморезом они крепятся. Вот. Тут стоят два моторчика на 12 вольт на 5 ампер час. Вот они представлены. Аккумулятор. Характеристики аккумулятора у нас получается также 12 вольт на 5 ампер час. Красненькая плюс, черненькая минус. По габаритам сейчас померяем. Попробую, не снимая. Так, высота аккумулятора 11 сантиметров, получается 110 миллиметров. Длина получается у нас 155 миллиметров. Ширина получается 70 миллиметров. 12 вольт, 5 ампер час. 4,5-5 ампер час. Дальше, если по характеристикам, грузоподъемность данного авто 30 кг. Режим зарядки от 8 до 12 часов аккумулятор полностью заряжается. Хватает аккумулятора, ну, со слов тут таких характеристик не дается, не со слов клиентов. С личного опыта около где-то получаса беспрерывной работы аккумулятор точно будет хватать. В комплекте идет вот такой вот пульт управления дистанционного. Чтобы данный пульт дистанционного управления сконнектился с машинкой, нажимаем для запуска. Вот так вот жмем кнопку в середине. Вот она начала моргать. В этот момент включаем саму машину. Вот, включили. Вот она загорелась. Вот, связь пошла. То есть вперед-назад. Это мощность по скорость, грубо говоря. То есть первая, вторая, третья. И это у нас слева, вправо. Ну, то есть в комплектацию входит, как я уже говорил, пульт дистанционного управления. Вот ключ такой для закручивания колес, снятия установки, ну и зарядное устройство.
вот характеристики здесь. Ну и инструкция.